шарфик из ленточной пряжи. Это быстро и несложно. Справится с этим даже начинающая рукодельница. Я расскажу вам о видах пряжи, из которой вязала сама, и покажу образцы изделий. Первая пряжа – это пряжа «Карнавал» фирмы «Назар Рус». Из одного мотка такой пряжи, если вязать на 7 петлях, получается вот такой небольшой шарфик длиной где-то около метра. Из двух мотков я вязала подруге длинный шар бо и еще украшение в прическу. Вот еще варианты использования этой пряжи, то есть можно связать такой шарфик на застежке, а можно даже связать и шарф-шапочку. Широкая ленточная пряжа, которая есть у многих производителей, в фирме Ализе это называется дантелла или дантелла вул с добавлением шерсти. Получаются очень пушистые, красивые шарфики из нее. Вот шарфик последний, это дантелла вул как раз вот с добавлением шерсти. Пряжа Болеро фирмы Ярнарт или фирма Назар Рус Танка. Более такие плотные оборочки получаются, красивые. Очень хорошо эту пряжу вязать по основе. То есть можно использовать ее не только для шарфиков, но и для верхних вещей, накидочек, балерушечек или, например, сумок. Пряжа ча-ча-ча. Это такие вот буклюшечки, которые, в общем-то, вяжут на 3-4 всего петлях. Получаются такие пушистые шарфики, где-то вот там проскакивают даже цветочки. Пряжа у-ля-ля. Имитация таких вот, я бы сказала, меховой получается шарфик, такой похожий на каракуль, и вяжется всего на 2 петлях. Можно, конечно, шире. Сейчас появилось очень большое количество и других видов пряжи, то есть пряжа с мехом, пряжа вот в виде кружева полосы и даже пряжа в виде шифоновой ленты или просто готового кружева, где проделаны дырочки и вот такие вот совсем воздушные весенние шарфики. Кроме этого, любую ленточную пряжу можно вязать не целиком от и до шарфика, а использовать в качестве отделки. Вот вы видите разные варианты, где ленточная пряжа используется частично, то есть связана она по основе и именно выполняет роль отделки. Уроки по вязанию из ленточной пряжи вы сможете найти на моем канале. И даже если вы никогда еще не держали в руках спицы или крючок, связать такой прелестный шарфик. Успехов вам и с наступающим!